Всем привет, ребят! Ну что, как и просили, вам топовый обзор на новый талант на Ронине. Все очень хотят это увидеть, и я решил вам это записать. Лепите лайк и приятного просмотра. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что нас это удивит. Я заходит, думаю, что за фигня? За что ставить лайк? А лайк мы поставим за вот это вот. Новый талант, для тех, кто не в курсе, рассказываю. Ронин уходит инвиз при жизни меньше 30%, как и любой герой. Ронин и так уходит инвиз, но теперь вопрос, будет ли он уходить два раза инвиз? Увеличение атаки это однозначно минус, скорость атаки тоже однозначно минус. Отражалка любая и нам просто попа. Но у нас есть ожог 8, то есть такая пока сборка. Рунами, мне кажется, этот талант будет намного круче. Просто даже первого левела это уже будет очень круто. Поехали, посмотрим, что нам это даст. Ожог 50% на невосприимчивость. Хранитель леса. У нас за отхил будет отвечать. Вот такая вот сборка. Смотритель блокирует, чтобы вы понимали. То есть ничего по сути у нас не поменялось, только возможность второго инвиза. Вот мы сейчас это проверим, будет ли у нас второй инвиз. Так, ну на Асуру смысла даже нет убежать, а вот на Фрей можно. Поехали. Талант работает только когда героя меньше 30%. По сути, его могут и сразу вынести. То есть тут все зависит от того, как попадут. Вот. Кто там хотел, кто кричал, вы должны первым поставить лайк. Потому что, как видите, попали, да и попали. А вот для Фрей мне очень зашло. Сейчас посмотрим дальше, конечно. Ну, то есть первое это такое. Дальше будет, думаю, интересно. Но опять же, учитывайте то, что у вашего героя нету хорошего отхила, это раз. И он сейчас просто на Асуре должен убиваться, это два. Так, кто тут у нас? Роза. Отлично. Самое интересное словить этот момент. Ну такое, знаете, чтобы сейчас особенное, но его пока не дамажит. Чтобы талант сработал, надо, чтобы по нему попали. Вот, отлично. А вот сейчас он ушел в инвиз, ребят. Посмотрите, как скорость атаки выросла. Сразу же инвиз, инвиз. И еще раз его слили. Теперь объясняю, почему он Ронину не будет особо топовым. Многие этого не понимают. Есть просто у талантика кулдаун, и он 9 секунд, ребят. А это очень много. Если брать Ронина, он уходит в инвиз там каждых 4,5. То есть, по сути, он раз ушел, на следующий раз он не уйдет уже. То есть, тут надо, чтобы еще это совпало. Вот в чем фишка. То есть, на следующее, скажем так, появление Ронина талант не сработает. Если бы он срабатывал все время меньше 30, это бы вообще было жестко. А так, получается, для Ронина лучше поставить то же самое выживание, и когда по герою будут бить, он будет получать нули, допустим, и отхиливать себя. Да, вот сейчас он ушел в инвиз. Ну а что дальше? Отхила, по сути, нет. То есть, если вы поставите сюда ангела, он себя не отхилит. Соответственно, получается, скажем так, дилемма, либо то, либо то. Да, талант хорош, но опять же, многие думают, что он зайдет там многим героям. Не зайдет он многим героям, вот как и на примере Ронина. Мне, допустим, он не особо нравится. Ну, ради вас я уже его качнул, и самому было даже интересно посмотреть на это. Но, как видите, на практике это не его. Вот там отражалка есть. Отлично. Ну, вот он ушел в инвиз, и он слился. На отражалке в инвизе он тоже будет сливаться. То есть, ну, по сути, лучше все-таки выживание, но у вас хотя бы его отхилить на максималку. Но как вариант, когда будут руны,
мы, возможно, там потестим его. Ну, невозможно, 100% потестируем еще рунами. Такой вариант, да? Давайте попробуем вариант... Вот такой вот. Уберем ожог полностью. То есть посмотрим такой вариант. Уклона у нас, конечно, фигня. Вот такая вот сборка, это чисто ради битвы гильдии. Все. Смотритель этот талант тоже блочит, поэтому не думайте, что вы там прям поставили его, и вас смотр блочит и сливает вашего героя нафиг. Видите? Учитывайте еще один факт, почему ему не очень зайдет. Вы как видели уже, какая атака у героя, они могут с одной плюхи, та же самая Фрейя, там Фрэнк Сли. Посмотрите, сколько жизни у героя. 269, 265, ну по сути там 300-400 тысяч жизни, да, 450. 450 тысяч жизни — это одна плюха нормальная, и он улетает. Тоже в принципе не ахти. То есть, как бы, для Ронина, я не знаю, да, он уходит, но за счет кулдауна, был бы меньше кулдаун как-то, ну, там, совпадало, это было бы реально жестко тогда. А так получается и не туда, и не сюда. То есть, есть такие таланты, которые вроде и хороши, но и в то же время не очень. Понятно, тут герои с прокачками 23-ми, у меня обычный Ронин, просто 12-й скилл. Но опять же, Огник сейчас может звук плюх его ушатать, либо с плюшки. Все. Вот так вот. Поэтому на особое чудо какое-то, говорю, сразу не надейтесь и не тратьте зря таланты такие. Посмотрите обзорчик с Фрейей. Думаю, он вам очень зайдет. Мне реально Фрейя зашла, там ограничения. Ронин, как видите, немножко не то. Его могут добить до третьей, а могут просто слить сразу. То есть, по сути, плюс кулдаун. То есть, на следующее его появление с инвиза, выход с инвиза, получается, его сливают. И от этого никуда не денешься. Давайте попробуем на экспедицию. Я вам покажу, я вам по локации показывать не буду. Во-первых, у меня их там уже не осталось попыток... скажем так, а во-вторых, ну, смысла не вижу такого теста. Так, выбираем смотрителя, давайте здесь попробуем. Сейчас будет любая отражалка, он увеличивает еще свою атаку, то есть на отражение это просто все, это просто 6. А вот, кстати, на кого-то атлант кинул щит. Ну вот тут сейчас круто смотрится, да? Вот смотришь круто, отхила нет. На битве гильдии это одно из самого основного. То есть да, он там шатает их, все круто. Но нету отхила. Одного хранителя леса, как видите, очень мало. Плюс могут порезать отхил. То есть выживание в таком случае реально будет намного круче. Такс. Давайте обновим. Вроде, казалось бы, будет круто, но по кулдауну уже и так было понятно, что немножко не то. Топовый Ронин — это ожог, там ожива плюс ожог, ожог плюс выживание. То есть такого плана. Вот кого-то он бьет. Вот он ушел в инвиз, отхилился от хранителя леса. Так вот, там разогнались. Ну, не знаю, то есть, честно скажу, меня не особо впечатлил. Вроде так и, ну, это немножко не с той оперы. Вот это да, вот это круто. Здесь это ни о чем, скажем так. Это будут потраченные у вас ресурсы. Давайте побежали на подземку. Побежали на подземку.
вот сюда и ради интереса. Посмотрим хотя бы, что он сможет сделать. Потом побежим на кошмарку. Вот на кошмарке тоже будет интересно посмотреть на такую сборку. Правда, там надо будет убрать цапа и поставить на отхил. Ну, вроде как бы урон есть, но урона в то же время и нету. Смотра нету. То есть такое. Тут, думаю, и так понятно. То есть эта сборка чисто багажный вариант. Атаки никакой. Давайте теперь поставим сюда ангела. И пойдем на кошмарку. Какая там? Давайте. Рискнем здесь зайти. Ну, тут понятно, без цепа мы много не набьем, просто ради интереса хотя бы посмотреть насчет этого. Все. Ни о чем. Вот как-то так, ребят. Не знаю, то есть пишите в комментах, что вы думаете. Ну, я сразу говорю, что это немножко не то для этого героя. Ну, опять же, имеет право на жизнь, мы посмотрели. Возможно, кому-то это понравится. Ну, я посмотрел на практике, это реально не то, чего стоит ожидать. Все, пишите комменты. Лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока.